Нагачо очень давно. Мне тогда исполнилось ровно 16 с половиной лет. В мае месяце 43-го года я был призван в ряды Советской армии. Тогда она называлась Красная армия. Я попал в 46-й запасной 40-й полк под Сталинградом. Мы там готовились к Курской дуге на станковом пулеметчиком. Второй пулеметный батальон. Освоил там станковый пулемет и хорошо усвоил в том, что почему пулемет не стрелял тот, который мои старшие товарищи во время оккупации приготовили, а у нас оружия очень много было, когда фронт проходил. Но использовать ее не сумели, готовили, чтобы вот будет немцы отступать, значит, мы с этого пулемета дадим.